В дежурную часть Голицынского отдела полиции обратился представитель коммерческой организации с заявлением о том, что из помещения на строительном объекте на Минском шоссе неизвестные похитили инструменты. Сумма материального ущерба составила более 270 тысяч рублей. Полицейским удалось установить и задержать двух подозреваемых. Ими оказались уроженцы ближнего зарубежья, которые ранее работали на этом строительном объекте. Похищенное имущество возвращено заявителю. Возбуждено уголовное дело.